Сегодня приготовим бризоль с фаршем курицы, помидорами, зеленью и сыром. Разбиваем яйца, добавляем молоко. Все ингредиенты будут указаны под этим видео. Специи, соль по вкусу и все хорошо взбиваем венчиком. Из полученной смеси выпекаем блинчики. У меня получилось 6 штук. Сначала на блинчики выкладываем фарш. У меня сегодня домашний фарш из куриного филе. Сверху посыпаем зеленью. Затем помидорами. И сверху сыром. Заворачиваем в рулетики. Смазываем противень растительным маслом и на него укладываем наши бризоли. Накрываем фольгой и ставим в разогретую духовку на 20 минут. Если вы кладете фарша больше, то время выпекания увеличится примерно на 5-10 минут. Достаем бризоли из духовки и можно приготовить к ним любой соус, который вы любите. Или просто подавать со сметаной. Блюдо готовится очень быстро, получается очень нежное и пикантное. Они очень вкусные как в горячем, так и в холодном виде. И в то же время изысканные. Приятного аппетита!